Ребят, всем привет! Риолиндо, Калифорния, 4 сентября 2020. В одном из предыдущих видео я показывал вам, что мне бесплатно отдали вот эти дрова. Здесь они у меня были, я привозил их в течение 4 дней, не складывал, потому что это было тяжело сразу складировать. Но вот заскладировали эти дрова в такие штабеля. И чуть-чуть осталось мне вот здесь доколоть. Будем топиться, это мне на несколько лет этих дров хватит. Здесь очень хорошие сорта деревьев, дуб, еще что-то есть из твердосортных. Мне кажется, шелковица есть, какие-то плодовые деревья здесь, я тоже так понимаю, есть, судя по запаху. И вот таким образом, ребят, все, всем спасибо за просмотр, бай-бай.